Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня тестовый аккаунт. Ну как тестовый, он уже не тестовый, он уже топовый. У нас нету несколько героев. Это, как видите, по донату разруха, мы еще к нему не дошли. Там, по-моему, 320, нам надо на разруху. И зефирка. Что тут у нас добавилось? Это у нас скин, кстати. Я что-то забыл. Мы же собрали скины. Ну, скин на черепа. Где-то мы его уже потеряли. Ну, в общем, как видите, очень много скинов на этом аккаунте не хватает. Так, окей. Забираем плюшки от IGG. Мы сейчас заберем все плюхи. Не, места, конечно же, не хватит на все. На все про все. Так, давайте добавим. Я не знаю, сколько там места нам надо будет. 15. Ну, думаю, должно хватить. 35, поехали. Вот такие вот плюшки я забрал вчера. 95 у нас есть на зефирку. Сейчас попробуем словить еще две сумочки. Ну и как обычно, куча карт, куча всего, куча плюх. Акции обалденные у нас на английском сервере вчера были. Вот я еще забрал скин на Арктику. По героям 73-89. Ну, не хватает здесь таких героев. Ну, нам в первую очередь надо сейчас зефирку собрать и попробуем выбить еще недостающих. Так, черепа у нас нет. Так, выражаем мы получили. Ну, зато есть куча других топовых героев. Ну, это английский сервер. Так, давайте попробуем. Бум! Паладин. Паладина я вам показал, просто жесткий. Так, что у нас со вторых карт? Две ведьмы, две Тессы. Так, Дед Мороз. О, Рыцарь Тьмы. Отлично, и Дрейк. В общем, еще пару имба героев, ребятушки, мы получили. Сейчас смотрим. Санта Бум. Есть. Укротителя, кстати, так и нет. Ворожея здесь не было, да ладно. Жесть, у меня здесь ворожея не было, ребят, представляете? Да, вот это я заигрался. Давайте сейчас пооткрываем. Короче, у нас сегодня куча новых героев, я так понял. Так, Фрэнк. Жесть. На других аккаунтах все есть, а здесь ворожея не было до сих пор. Как так? Обалдеть. Так, окей. Капитан Дрейк второй. Отлично. И третий. Вообще огонь. Ну, мы их пока качать не будем, чтобы силу не раздувать сильно. Так как у нас десяточка параллельно. Так. Варлок, Валька. Держимого мы получим. Ну, видите, все меньше и меньше. Медуза, укротитель. Так, еще Санта Бума мы не открыли. Где наш дедушка? Отлично. Может, там еще кого-то нету, сейчас узнаем. Поехали. Топовые девятые плюшки. Чик есть. Ремочка. Просто супер, блин. Раньше сколько мы тратили времени, чтобы собрать там третью, четвертую, пятую. Тут, блин, девятая уже. Жесть, как игра меняется, конечно. Так, ПДшка. Ну, в принципе, неплохие. Это мне нравится. Это я не могу открыть. Это я не могу открыть, как обычно. Ну, все как всегда. Так, отлично. Ну, что, мы соберем скин на зефирку или нет? Там еще и зефирку саму надо собрать.
Так, скин 45-50, жесть. Так, на ворожея. Блин, я думал, что ворожея у меня здесь есть. Только скин был. Так, плюхи дали. Я не могу забрать, к сожалению. Так, хорошо. Хорошо. Что у нас там по плюхам дальше? Смотрим, это четвертое. Давайте откроем вот эту темку. Плюс 3. Вот так вот. Ну, тут все расходники. Что, у меня даже тыковка, они хотят сказать. Не, она у меня не прокачана. Сейчас мы быстренько пройдемся, посмотрим, кого мы тут можем еще качнуть. Вроде все. Видите, надо очень много скинул. Так, отлично. Что у нас есть? Карты HBM. Это надо волну попробовать пройти. У меня, как видите, даже первая волна еще здесь не пройдена. Ну, понятно, Минотавр их даже затащил бы. Но они к нему не дойдут. Такс. Хорошо. Идем сейчас на парящий остров, посмотрим, что у нас там вообще по зефирке делается. Так, что по наградам? Девятая, отлично. Поехали. А, зефирка, зефирка, зефирка. Где ты? 123, ребят. 1, 2, 3. Раз, два, три, зефирка, приди, поехали. Попробуем ее собрать. Да, как это я так с ворожаем втыканул, аж странно. Так, отлично. Бесплаточка еще плюс одна, плюс. Поехали. Камешки. Значки почета. Вот мне нравится. Вот мне нравится вот эта вот хрень, которая происходит, когда ты уже больше половины собрал, и тебе просто тупо сыпят расходниками. Запарили, блин. Ну вот посмотрите, что это такое? Как от этого не должно бомбить? Это просто жесть, ребят. Посмотрите, что делается. Аут. Это называется «Собирай зефирку». Жесть. Вы чё, блядь? Обалдеть. Я не знаю, мы там, наверное, штук 30 собрали, если от силы. И то, наверное, не собрали. 29 штук, ребят. 29 зефирки, осколков мы получили. Это просто аут какой-то, блин. Вторых мешков так и не продают. Продают только первые, продают на рынке. Давайте посмотрим, что там у нас вообще на рынке сегодня интересного есть. Это за найм. Так, эту акцию забрать. Это затрату. Так, это за покупку сегодня есть Фрея со скином. Ну, у меня тут скин Фрея прокачан. Вот, тоже довольно-таки неплохой пак. Вот хороший пак, где можно получить 15 тысяч самов сверху. Такс. Зефирка. 4 этих, 7500 камней. Ну, такое себе. 150. 150 плюс 80. Плюс здесь можно собрать скин. Тоже довольно-таки неплохой пак. Так, а что тут у нас получается? 50. А в этом 150. 2. 4. Ну тут дают у вас преимущество, дают камни, дают эмблемы. Получается выгоднее все-таки сотку брать. Эти книги такое, но тут, конечно, монетки дают. Ну, 70 монеток, это, знаете, это так. И не туда, и не сюда. Опять то же самое надо пройти. Такс. Короче, жесть полная творится. Так, тут время закончилось. Так, а что у нас интересного есть? Это за вход Clashers Day. Понятно, орбы понятно, мистические. У нас сегодня такие себе, Blossom, Lucky Flipping. Ну, короче, такое себе, ничего такого интересного нет.
Так, у нас дополнительные плюхи. Вот столько мы, смотрите, 120 сундуков. 120, блин, шестых, которых я открыть не могу. Там значки почета, все, что хочешь, нападало, блин, а зефирки не падают. Но мы собрали 3/4. Вот так вот. В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. It's all about humanity.